Это первое крупное соревнование в обновленном бассейне спортивной школы «Виктория». После летнего перерыва объект прошел регламентные работы. Параллельно с этим велся набор в секцию плавания. Как отмечает директор школы Ольга Егорова, этот вид спорта пользуется огромной популярностью среди анапчан. Спрос на эту услугу по обучению плаванию в городе очень высокий. Мы в этом году начали вовремя. Дети у нас посещают, посещаемость на сегодняшний день практически 98%. Болеющих детей практически нет. И, в общем-то, в этом отношении все хорошо. В соревнованиях принимают участие более 250 человек. Первыми выступают юноши. Заплыв на 400 метров. Дистанция считается сложной. Александр Петренко занимается плаванием уже 5 лет. Сегодня приложил все усилия, чтобы попасть в городскую сборную. В результате показал норматив взрослого пловца. Путевка на краевые соревнования обеспечена. Мне очень хочется выступать на соревнованиях за край. Это была моя мечта. И она, скорее всего, сейчас сбылась. А бассейн, когда не работал, я ходил в Малую Бухту, там 17-метровый бассейн, было тяжело. И помимо этого всегда занимался в спортзале, потому что как-никак мышечная масса нужна. Борьба развивалась не на шутку. Из более чем 200 ребят в сборную будут отобраны всего 23 человека в разных возрастных категориях. Из всех этих возрастных групп будет сформирована команда муниципального образования, которые будут участвовать в краевых соревнованиях в памяти заслуженного тренера Злочинцева в городе Краснодаре. Отборочные соревнования продлятся 2 дня, а с 14 по 17 ноября лучшие пловцы представят Анапу на краевом турнире.